Мнение о сезонности отдыха в Шри-Ланке является ошибочным. Курорт с теплым тропическим климатом, с небольшими изменениями температуры, различие сезонов только в количестве осадков. Побережье острова – это широкие песчаные пляжи. Немаловажный фактор – спуск в океан пологий, без обрывов. Можно проводить отдых с детьми. Кроме пляжного есть другие популярные виды отдыха, можно заняться дайвингом, порыбачить в океане, пожарить рыбу на барбекю. На протяжении всего года популярны горные курорты, там прохладнее, горный воздух с постоянной температурой около 15 градусов. В летние месяцы дожди проходят чаще, больше ночью, их продолжительность всего минут 20, так что на качество отдыха они мало влияют. Температура воды колеблется от плюс 26 градусов с до плюс 28 градусов с. Единственный неприятный фактор, летом во время мусонов на океанском побережье большие волны. Выход из этой ситуации для летнего отдыха — выбирать отели в северной или восточной области, а для зимы подойдет юг или юго-запад на побережье острова. Известные курорты, бинтота великолепные условия для пляжного отдыха. Отели рассредоточены, вблизи находятся рестораны, небольшие бары, а также рынки. Тринкомали подходит для летнего отдыха, так как инфраструктура ограничена, есть возможность заказывать питание в отеле, полупансион. Вадува находится вблизи от Коломбо. Хикадува – любимое место любителей дайвера, серфера. Паланаанова привлекает музейными экспонатами под открытым небом, дворцы, статуи. В Нувараэле абсолютно другая архитектура на английский манер. Туристы интересуются достопримечательностями Шри-Ланки. Часто посещают Королевский ботанический сад, буддийский пещерный храм, в Дамбуле, популярные экскурсии к горе Сигирия, в храм священного зуба Буди и другие. Отдых на Шри-Ланке наполнен спокойствием, нет шумных дискотек. Гостей размещают в отелях, на виллах, в бунгало, любителям экзотики предлагают домики на воде или на сваях. Курорт популярен в предновогодний период и во время рождественских праздников, что вызывает повышение цены на туры. Рекомендуют отдых с июня по сентябрь, в это время он недорогой, доступен большей части туристов. Океан в этот период спокоен, благоприятные условия для купания. Отдыхать в это время лучше на Северо-Востоке. Самые подходящие варианты можно выбрать за несколько недель до вылета. Оформить визу не составляет труда. Добраться до курортов можно самолетом с пересадкой или до заправкой. Прилететь можно из Москвы, Казани, из Самары, Уфы и других городов. Перелет с пересадкой занимает 9-10 часов. Бескрайние просторы океана, великолепие природы тропиков, водопады и долины, спокойствие, исторические реликвии привлекают туристов приезжать сюда снова и снова. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.